Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин, и сегодня тема лекции видеоурока у нас с вами таковая. Точка F5 LEGO и человек, который постоянно слабый. Вот он слабо передвигается, слабо ест, слабо думает, слабо, скажем так, у него рефлексия на все или рефлекторы на все или иные жизненные процессы. То есть человек, скажем так, вот как бы живет и носит свое тело. Просто носит, потому что оно ему в обузу. В нем нет ни энергии, ни силы. Он постоянно слабый. И вы знаете, здесь хотелось бы сказать, что над такими людьми смеяться не нужно, потому что, может, человек очень сам хочет измениться, но не может. Он вроде бы и посещает кабинеты врачей, консультируется, получает помощь, скажем так, но тем не менее не знает о системе 12 меридиан и об акупунктурных точках, которые могут к человеку что? Эту слабость немножечко убирать. Так вот, на первом месте в акупунктуре точка F5 LEGO стоит для того, чтобы бороться с этими постоянными слабостями. Спасибо за внимание. Ее нужно активизировать.